Вот это мол! Остановка, игровые автоматы. Нужно заработать очки. На сей раз тебе так не повезет. Играйте в свои дурацкие игры, но у Пронта здесь миссия. Миссия? Приобрести новую сумочку. Да. Что? Мне нужны карманы. Это была отличная идея, ребята. Немного отдохнем. Вот что нам нужно. Тебе здесь понравится, Элай. Здесь есть все. Все, кроме людей. Мы не рано пришли. Может, он закрыт? Тогда все понятно. Зомби! Рассвет славен. А, смотрите, Пронто смело прокладывает путь. В каждый Хэллоуин мы с отцом вместе смотрели серию фильмов о зомби, поэтому я знаю, о чем говорю. И первое правило при нашествии зомби — не паниковать. А какое второе правило? Зомби страшные, но тормознутые. Опасно лишь их количество. Если мы спокойно проберемся к выходу, у нас не будет проблем. Тормознутые? Твои инструкции по зомби требуют доработки. Правило номер 3. Бежим! Необычно, мол, наводненный зомби. Правило номер 4. Найди место для укрытия. Это, как в кино, живые зомби слопали мои мозги. Чем плохая экранизация, мол, бродячих мертвецов? Помолчи. Сначала зомби. Второе — зомби! Сейчас! Очень мудро! Выходите! Мы думали, вы зомби! Милорд Милфорд, служба безопасности. Простите, после такого шума и суеты нужно проявлять осторожность. Так вы типа копа в моле? Да, некоторые менее просвещенные сограждане нас так называют. Однако я имею честь бороться с нарушениями и злом независимости, платят мне или нет. Независимо, магазин это или кинотеатр, игровая площадка или бассейн. Эй! Можно ведь помечтать. Благодаря скромным мечтам вырастают герои, друг мой. Элай Шейн. Моя команда. Трикси, Корт и... Пронто? Немного сливается. Нет, сумку Пронто должна быть броской. Если так далеко прошли, значит, вы соответствуете своей репутации. Только вот мы ищем отсюда выход. Ну, это вряд ли. Зомби блокируют все выходы. Первые зомби появились здесь 12 часов назад. Хватали людей и куда-то их уводили. Я пытался остановить, но их было много. Связался по экстренному сайту службы безопасности и едва успел окопаться здесь в ожидании подкрепления. У вас есть сайт? Потрясающе! Если мы будем ждать здесь, зомби найдут нас и тоже утянут за собой. Без обид, хорошо? Бдительные сограждане, как вы, не уважают символику мола. Но мои собратья по оружию могут сами о себе позаботиться. Увидите. Ну, а вы знаете, мол, изнутри, и с нашей помощью мы все сумеем спастись. Вместе. Застать врага врасплох?
Мне нравится твой план, Шейн. Но нам понадобятся боеприпасы. Скобяная лавка. Но мы вооружены до зубов. Нет, Миллард прав. Нам понадобится длинный садовый шланг, эпоксидная смола, три сигнальные ракеты, шаровая цапфа и упаковка мяса. Зачем, Элай? Не знаю. В фильмах героев зомбируют еще до того, как они все это достанут. Но мы что-нибудь придумаем. Нашел! Это идеальная сумочка. Шейн, беру цель. Второй уровень. У эскалатора справа. Миллард Милфорд вступит в бой, а потом догонит вас. Путь свободен, нужно держаться вместе. Или же они хотят нам это внушить. Идите, я вас догоню. А! Эй, зомби! Номер дня. Миллард Милфорд на парнокопытном. Поймай, пока он свеженький. Слово! Мятное дыхание! Кто мог угадать, что простой охранник станет благородным героем, как сам Пронто? Он был храбрым человеком. Он сказал, скобяная лавка слева или справа? О, теперь я вижу, если мы у Бикс, сладости там. Нет, погодите. Пронто! Киоск стака слева. Вот она, модная сумочка. Итак, хорошая новость. К этому моменту в фильмах о зомби команда не досчитывается двух человек. Даже без Милларда у нас есть шанс на победу. Отлично. Но кто-нибудь видел Пронто? Все чего-то хотят. Можно поторговаться. Я начинаю. Пронто хочет жить. Что хотят зомби? Да вы что? Что вам от меня надо? Мои верные подданные служат только господину Субботе. А мистер Суббота хочет... О, больше подушек. И всеобъемлющая популярность, больше лакомств. И больше всего... Новых приспешников! Внимание, без паники! Нам нужен надежный план по поиску и спасению Пронто. И надо выбраться отсюда, не превратившись в зомби. В фильме «Я бродил с зомби» герои пытаются спасти своего друга, пробираясь по потолку, но их все же... одолели. А в фильме «Пит после смерти» они проходят через воздуховод, пока не погибают. Элай, забудь о фильмах! Это реальная жизнь! Пронто пропал, и нам нужно понять, что здесь происходит. А? Быстрее, открой! Пронто? Будто бы нас здесь и нет. Может, оно и к лучшему, если учесть, что голодный зомби попытается съесть наши мозги. Пронто не разлагается и даже не потеет. Для зомби у него слишком цветущий вид. Может, мы его вылечим. Но об этом мы узнаем, когда выберемся и выясним причину. Как только мы выйдем отсюда, не станем добычей зомби. Если они нас не заметят, нет. Эти зомби не разлагаются. Они как Пронто. Вероятно, мы им поможем, но не стоит их обижать. Конечно, я могу и ошибаться. Не позволяйте им кусать себя или ваши мозги. Голову прикрывать! Поняла.
Ребята? Корт, твой грим! Хватит с нас уловок! Минуточку! Этим зомби мозги не нужны. Им нужны большие экраны. Обыкновенный грабеж — это нетипичное для зомби поведение. А ты про это узнал, просмотрев кучу фильмов? Если бы я в свое время не смотрел столько фильмов с отцом, у нас были бы большие неприятности. Сильвия, не вздумай давать им деньги. Боже мой, Говард, это не попрошайки. Я точно знаю, кто они. Одна из массовых акций, которые проводят подростки. Перформанс. Идите сюда. Сюда. Видишь, Говард, они дружелюбные. А вы такие лапочки. Говард, сними нас. Ты их только подстрекаешь, Сильвия. Убери руки от покупок. Говард, будь человеком. Не здесь. Мы идем. Может, тогда найдем ответы. О, кажется, мы успели к началу шоу. О, маги хуже, чем мимы. Подобного вы еще не видели, уверяю вас. Не спускайте глаз с этого слага. А это что, гипнограф? Гипнотический слаг? Гипнотический слаг Гун! Это же криптограф! А это трансформирует чтение мыслей в ментальный контроль. Неудивительно, что зомби не пытаются нас съесть. Это не зомби апокалипсиса. Это традиционные зомби вуду, совершенно другая порода. А теперь будьте добры, принесите мне закуску и чего-нибудь выпить. Манипуляции с этим слагом — залог трансформации. Док, вы готовы? Ну, среди нас появились вольнодумцы. Полагаю, с этим нам надо что-то делать. Илай! Ответьте мне на два вопроса. Кто и почему? В течение этих нескольких секунд можете называть меня мистер Суббота. А почему? Кто-нибудь ведет бизнес ради себя? Ради забавы и прибыли, разумеется. И прибыль говорит сама за себя. Ну, а забава... Люди из кожи вон лезут, чтобы удовлетворить все свои прихоти и желания. Кстати, не поделитесь соображениями, пока не привлек вас к себе на службу. Как насчет того, что нападение на мол Милларда Милфорда – большая ошибка? Миллард? Да. Понадобится гораздо больше, чем ватага навязчивых зомби, чтобы нейтрализовать представителя службы безопасности Милларда Милфорда. Ладно, теперь можно идти? Времени нет. Надо покончить с эрой террора мистера Субботы здесь и сейчас. Он прав. Нужно что-то делать. У них численное преимущество. Может, подождем подкрепление? Регулярный экспресс из тенистых земель с Лактеры прибудет сюда с минуты на минуту за еженедельными покупками. И вы что, будете сидеть сложа руки, пока чью-то милую невинную бабульку зомбируют? Ну нет. Эти люди не представляют, что их ждет. И еще одна деталь.
Если вы намереваетесь наводить порядок, все должно быть законно. Поднимите правую руку. Это действительно происходит. Клянусь защищать молот всех врагов, будь то клептоманы, бездельники или повелители тупоголовых зомби. Честь Шейна! Готовы к атаке на продуктовый двор? Погодите, мы не можем взять с собой Пронта. Это для твоего же блага. Так, сделаем это! Привести их ко мне! На колени! Запомните, они невинные жертвы, не обижайте их! Не волнуйся, я пальцем не трону этих новоежек! Не расслышал твое имя, парень. Шейн! Элай Шейн! Пытаетесь избавить меня от тюрьмы? Ах, Шейн! Меня это не удивляет. У тебя навыки, которые я мог бы использовать в своем бизнесе. Не как раба, а как партнера. Мы никогда не будем с вами сотрудничать, по доброй воле или иначе. Вы трансформировали свои слаги. Вы в одной команде с доктором Блэком. Неверно! Суббота сам себе хозяин. Блэк, может, и снабдил меня техникой, но я работаю только на себя. Да? А что будет, если вам понадобится еще гулы? Вы снова обратитесь к Блэку и все ему отдадите. Вы его марионетка, как эти люди игрушки в ваших руках. Нет! Если мы не отключим этот нагреватель, давление внутри здания будет настолько сильным, что взрыв из-за нагретой смазки разнесет половину слоттеры! Да, я так не думаю. Я займусь. Если я не сделаю это, завершите начатое мной. Хорошо. Я иду за ним! И помните! Да, да, помню, не обижать их. Пролетаю! Серьезно? Каждый из нас герой! Это ваше время! Миллард Милфорд верит в вас! Он фанатично предан, и я ему помогу! Ладно, Джулс, ты знаешь, что делать! Взять его, мои слуги. Пора включить его в наши ряды. Не стоит сопротивляться, Элай Шейн. Ты будешь моим рабом. Ты должен подчиниться мне! И ты думал, что сумеешь остановить меня, контролируя мой мозг? Ты преуспел лишь в том, что придал мне решимости. Думал, у тебя есть шанс? Нет, нет, не было. И не будет! Что?
это дурной знак. А что, шоу уже закончилось? Надо же, я ничего не помню, Говард. Сеанс гипноза Сильви хуже, чем волшебство. Небольшая помощь. С удовольствием, друг мой. Но суббота исчез. Стреляющий и убегающий выдержит еще пару гулов. Ты! Отличная новость, суббота. Ты не отправляешься в элитную комфортабельную тюрьму Восточного округа. Будешь сидеть в тюрьме Мола! За вашу помощь, вот постоянный пропуск в галерею игровых автоматов. Ух ты, это же... Оскорбительно, я знаю. Я сказал наверху, что вы никогда не примете это как награду. Вы герои! И для меня это честь. Признайте, только в одном месте мы можем отдохнуть по-настоящему. Точно, возвращаемся домой. Слактера. Автор идеи Азаф Фипке. Режиссер Джонни Даррелл. Автор сценария Роб Ходжи и Скотт Зонеборн. Исполнительные продюсеры Азаф Фипке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Ходжи. Художники Энди Кун, Брэд Бин, Дерек Ток. Композитор Брайан Карсон. На русский язык фильм дублирован в 2013 году. О, вот это Мол! Остановка игровые автоматы. Нужно заработать очки. На сей раз тебе так не повезет. Играйте в свои дурацкие игры, но у Пронта здесь миссия. Миссия? Приобрести новую сумочку. Да. Что? Мне нужны карманы. Это была отличная идея, ребята. Немного отдохнем. Вот что нам нужно. Тебе здесь понравится, Элай. Здесь есть все. Все, кроме людей. Мы не рано пришли. Может, он закрыт? Тогда все понятно. Зомби! Рассвет слагов. А, смотрите, Пронто смело прокладывает путь. В каждый Хэллоуин мы с отцом вместе смотрели серию фильмов о зомби, поэтому я знаю, о чем говорю. И первое правило при нашествии зомби — не паниковать. А какое второе правило? Зомби страшные, но тормознутые. Опасно лишь их количество. Если мы спокойно проберемся к выходу, у нас не будет проблем. Тормознутые? Твои инструкции по зомби требуют доработки. Правило номер три. Бежим! Необычно, мол, наводненный зомби. Правило номер четыре. Найди место для укрытия. Это, как в кино, живые зомби слопали мои мозги. Чем плохая экранизация, мол, бродячих мертвецов? Помолчи. Сначала зомби. Второе — зомби! Сейчас! Два!
очень мудро. Выходите! Мы думали, вы зомби. Милорд Милфорд, служба безопасности. Простите, после такого шума и суеты нужно проявлять осторожность. Так вы типа копов, моли? Да, некоторые менее просвещенные сограждане нас так называют. Однако я имею честь бороться с нарушениями и злом, вне зависимости, платят мне или нет. Независимо, магазин это или кинотеатр, игровая площадка или бассейн. Эй, можно ведь помечтать? Благодаря скромным мечтам вырастают герои, друг мой. Элай Шейн. Моя команда. Трикси, Корт и... Пронто? Немного сливается. Нет, сумку Пронто должна быть броски. Если так далеко прошли, значит, вы соответствуете своей репутации. Только вот мы ищем отсюда выход. Ну, это вряд ли. Зомби блокируют все выходы. Первые зомби появились здесь 12 часов назад. Хватали людей и куда-то их уводили. Я пытался остановить, но их было много. Связался по экстренному сайту службы безопасности и едва успел окопаться здесь в ожидании подкрепления. У вас есть сайт? Потрясающе! Если мы будем ждать здесь, зомби найдут нас и тоже утянут за собой. Без обид, хорошо? Бдительные сограждане, как вы, не уважают символику Мола. Но мои собратья по оружию могут сами о себе позаботиться. Увидите. Но вы знаете Мол изнутри, и с нашей помощью мы все сумеем спастись. Вместе. Застать врага врасплох? Мне нравится твой план, Шейн. Но нам понадобятся боеприпасы. Скобяная лавка. Но мы вооружены до зубов. Нет, Миллард прав. Нам понадобится длинный садовый шланг, эпоксидная смола, три сигнальные ракеты, шаровая цапфа и упаковка мяса. Зачем, Элай? Не знаю. В фильмах героев зомбируют еще до того, как они все это достанут. Но мы что-нибудь придумаем. Нашел! Это... Вот это не попрошайки. Я точно знаю, кто они. Одна из массовых акций, которые проводят подростки. Перформанс. Идите сюда. Сюда. Видишь, Говард, они дружелюбные. А вы такие лапочки. Говард, сними нас! Ты их только подстрекаешь, Сильвия. Убери руки от покупок. Говард, будь человеком! Не здесь. Мы идем. Может, тогда найдем ответы. О, кажется, мы успели к началу шоу. Маги хуже, чем мимы. Подобного вы еще не видели, уверяю вас. Не спускайте глаз с этого слага. А это что, гипнограф? Гипнотический слаг? Гипнотический слаг Гун! Это же криптограф! А это трансформирует чтение мыслей в ментальный контроль. Неудивительно, что зомби не пытаются нас съесть. Это не зомби апокалипсиса. Это традиционные зомби вуду, совершенно другая порода. А теперь будьте добры, принесите мне закуску и чего-нибудь выпить. Манипуляции с этим слагом — залог трансформации. Док, вы готовы? Ну, среди нас появились вольнодумцы. Полагаю, с этим нам надо что-то делать. Элай! Ответьте мне на два вопроса. Кто и почему? В течение этих нескольких секунд можете называть меня мистер Суббота. А почему? Кто-нибудь ведет бизнес ради себя? Ради забавы и прибыли, разумеется. И прибыль говорит сама за себя. Ну, а забава... Люди из кожи вон лезут, чтобы удовлетворить все свои прихоти. Идеальная сумочка.
Шейн, беру цель. Второй уровень. У эскалатора справа. Миллард Милфорд вступит в бой, а потом догонит вас. Путь свободен, нужно держаться вместе. Или же они хотят нам это внушить. Идите, я вас догоню. Эй, зомби! Номер дня! Миллард Милфорд на парнокопытном. Поймай, пока он свеженький! Слово! Мятное дыхание! Кто мог угадать, что простой охранник станет благородным героем, как сам Пронто? Он был храбрым человеком. Он сказал, скобяная лавка слева или справа? О, теперь я вижу, если мы у Бикс, сладости там... Нет, погодите. Пронто! Киоск Стака слева. Вот она, модная сумочка. Итак, хорошая новость. К этому моменту в фильмах о зомби команда не досчитывается двух человек. Даже без Милларда у нас есть шанс на победу. Отлично. Но кто-нибудь видел Пронто? Все чего-то хотят. Можно поторговаться. Я начинаю. Пронто хочет жить. Что хотят зомби? Да вы что? Что вам от меня надо? Мои верные подданные служат только господину Субботе. А мистер Суббота хочет... О, больше подушек. И всеобъемлющая популярность, больше лакомств. И больше всего... новых приспешников. Внимание, без паники! Нам нужен надежный план по поиску и спасению Пронто. И надо выбраться отсюда, не превратившись в зомби. В фильме «Я бродил с зомби» герои пытаются спасти своего друга, пробираясь по потолку, но их все же одолели. А в фильме «Пит после смерти» они проходят через воздуховод, пока не погибают. Элай, забудь о фильмах! Это реальная жизнь! Пронто пропал, и нам нужно понять, что здесь происходит. А? Быстрее, открой! Пронто? Будто бы нас здесь и нет. Может, оно и к лучшему, если учесть, что голодный зомби попытается съесть наши мозги. Пронто не разлагается и даже не потеет. Для зомби у него слишком цветущий вид. Может, мы его вылечим. Но об этом мы узнаем, когда выберемся и выясним причину. Как только мы выйдем отсюда, не станем добычей зомби. Если они нас не заметят, нет. Эти зомби не разлагаются. Они как Пронто. Вероятно, мы им поможем, но не стоит их обижать. Конечно, я могу и ошибаться. Не позволяйте им кусать себя или ваши мозги. Голову прикрывать. Поняла. Ребята? Корт, твой грим! Хватит с нас уловок! Мистер!
Минуточку. Этим зомби мозги не нужны. Им нужны большие экраны. Обыкновенный грабеж – это нетипичное для зомби поведение. А ты про это узнал, просмотрев кучу фильмов? Если бы я в свое время не смотрел столько фильмов с отцом, у нас были бы большие неприятности. Сильвия, не вздумай давать им деньги. Боже мой, Гоу.